Всем привет! Я в сервисе Сан-Франциско, Пендл-Хендл парке, предбаннике Голден Гейт парка. Вот он там скоро уже начинается. Сейчас будний день, пятница, середина дня, поэтому в парке только одни мамочки с колясками, баскетболистов нету, поэтому проведем самостоятельную тренировку 10 трехочковых бросков по периметру. Поехали! Попал только 5, 50%, неплохой процент для попадания трехочковых для NBA. Увидимся, пока!